казнете наводят порядок. Пираты вне нового закона. Кто все это двигает? Кому это надо? Нужна ли цензура Казнету? Я за эти поправки, я за то, что наши права будут защищены. Что думает об этом интернет-сообщество? Жадность должна быть ограничена. Я просто потребитель, я хочу посмотреть кино, я не собираюсь заключать договоров. Какое будущее ждет интернет в Казахстане? Казнет не умрет, нас не убьешь.